Так, ладно. Смотрите, давайте я просто покажу на нем основные наши ошибки. Значит, когда мы заходим вперед, сначала я присяду, вот примерно. Давай, ты команды, а я так. То есть, когда вы идете, например, к нему, вы почему-то руки, ладони раскрываете и ударяетесь об его руки. Так можно делать? Нет. А почему? Можно тебе сломать конечности, если не укрепляешь, то да. Еще какие варианты? Ну, при сильном соприкасании можно очень сильно травмироваться. Ну, это да. А самый-то важный момент. Кто там... Теперь было эти пару ударов. Правильно сложить. Это тоже вариант. Кто там судит у нас? Хоть как-то. Ну-ка. Да. Ну, голову, получается, можно защитить. Просто ты можешь пальцем хватить голову. Ну, это да. Ну, придумайте еще. Ну, вот защищаешься и... Ну, про лаунж. Ну, это все про травму. А что еще? Можно засчитать за толчки. Да. Толчки, накладки, это все в одно и то же. То есть мы, если заходим, ну, к человеку, то есть мы не можем сверху поставить ручки. То есть мы, например, человек нам идет, иди ко мне, а я говорю, раз, руками. Но я же не сверху, не под ним, никаким образом. То есть вот, соприкосновение, мы можем соприкосновить. То есть вот, мы как наша защита, раз, и отсюда мы уже можем закручивать. Забивать и так далее. Понимаете? Да, это важный момент. Все, можешь садиться пока. А, и дальше, кто там еще хотел? Ты же задавай. А, там такой еще был момент, когда даже у взрослых, когда мы двигаемся. И человек такой решил просто сверху. Ну, как обезьянка прыгнуть. Ну, такое бывает, когда вот обычно новички дерутся, и они там пошли такие. Но когда выходите уже на бои с другими более опытными людьми, такого не будет. То есть всегда мы двигаемся от таза. У нас нет движения, как бы через что-то мы перепрыгиваем. У нас татами, оно уже гладкое, правильно? Вы не помните, там какие там камни, неровности, там же ничего не перепрыгивают? Или перепрыгивают? Нет. Вот я тоже так, ну, ты можешь посадить. Вот, наша задача двигаться. Не накладывать руки, держать кулаки. Я знаю, что тут уже есть опытные бойцы, которые могут вот так завывать. Ребята правильно говорили, что вот это может превратиться в вот это вот, а потом у кого-то что-то сломано или там подорвано. Ну вот, да. То есть это, наверное, было что-то близко от этого. И... Ну ладно, не будем. Ну, в общем, специфика травм – это тоже важный момент. Вот, сейчас мы с вами... Еще раз поработаем над позицией. Пока самостоятельно, без партнеров, мы подвигаемся. Ручки мы уберем за пояс и просто чуть-чуть двигаемся вперед, назад. Каждый раз меняем позицию. То есть немножко скользим. Не прыгаем, а скользим. Хорошо? Одну минуту всего. А я